Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я вам уже показывала юбилейный Тарасенко, но вот этот ролик-коротышку хочу вам показать о том, что все цветы, которые были в кисти у юбилейного Тарасенко, они все-все завязались. И вот теперь у нас уже обнаружился рекордсмен по завязываемости. Я пересчитала 40 плодов в одной кисти у юбилейного Тарасенко. И я вот так вот посмотрела. Он хоть и очень молодой, но видно вот эти уже очаровательные носики. Видите вот эти носики? Он такой красивый, вот эти малыши. Их столько много. Я вот так снизу посмотрела. Мало-мало-меньше вот эти все тарасенки. Это вообще столько много их. Вот представьте, если 5 таких кистей по 40 штук, куст будет весь увешан. Но это, конечно, зависит уже от меня, как буду поливать, как буду ухаживать, посынковать вовремя. Я вот сейчас нижние листья уже постаралась убрать, чтобы лишних нахлебников не было. Вы представьте, сколько нужно выкормить вот таких томатов. Это вот первая кисть. Там дальше уже цветет вторая и третья. Но это что-то такое вообще невообразимое. 40 штук на каждой кисточке. И все одна красивее другой. Вот все. Это молодые Тарасенко у нас.